И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Кэт Макс и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Вы написали в комментариях, чтобы мы записали рубрику «Аниматроники пугают охранника». Ну что, сегодня мы с Серегой охранники, а Кэт Макс и Фокси будут нас пугать. Все начнется, когда я нажму здесь кнопку. Все, ребята, ночь началась, ставьте лайкосики, если пьете и кушаете. Приятного аппетита. Серега, ты готов? Да, я всегда готов. О, так ты взял шерифа, пацаны, ну что? Все просили, чтобы аниматроники были хардовыми. Опа, опа, там кто-то стоял, я видел. Отлично, отлично. Блин, давно мы не записывали эту рубрику, даже нравится мне. Так, смотри. Сидит старый пердун. Ля, какой черт. Красавчик какой. Ушастый. Ушел, эй. Здорово, как дела? На тебе, по голове. Уходи! Уходи! Блин! Глупи ее! Блин! Так, Серега, хорошо. Да. Первый, блин, комом. Второй должен уже нормально поджариться. Димас, ты тут? Да-да-да. О-о-о-о. На всякий случай, Серега, ловушки для аниматроников. Опа, не нравится. Ого, что там делаешь уже? Ух ты, блин, я испугался. Закрывай калитку. Башка деревянная, уходи. Нормально, давай здесь. О, смотри, Димас, кто идет. А я иду. Стою, иду. Бомбу разминирую и ухожу. Все, пришел, ушел. Давай, Серега, пока их нету, став на этой стороне. Димас! Да ничего страшного. Нет. Блин, классная бомба. Тут она жахает, нифига себе. Это типа C4. Я думал, ты скажешь дедовская. Самодельная. Мада ин сам склепав. Из палок и говна. Ой, не ту кнопку нажал. Смотришь по камерам, что сейчас, сейчас происходит. Серега, отойди, я сейчас взрывать буду. Отойди. Оттуда, уходи. Да блин, не ту кнопку нажимаю. Отходи сейчас. Ух ты. Короче, ребята, нам нельзя ничего давать, мы все взрываем. Убийцы пиццерии. Нормально, пойдет дальше. Ух ты, какой там мордяшку. Я свечу на него, я свечу. Да уже все, морду мне избил. Вот это он быстро меня убил. Фу, ё-моё. Вот это жахнуло, Серега, жестко прям. Отлично. А я, знаешь, Димас, как сделал? Идет, идет. Фокси, Фокси стоит, убежал. Хорошее Димас. Прохождение. Смотри по камерам, что я сейчас сделал. Я вообще... Ой-ой-ой, нет, ну нафиг. А куда смотреть? Ну, в главный зал. Давай. Я им сюрпризов там понаставлю. Я вижу тебя. Серега, давай, давай, давай. Слышишь пиканье? Нет. Ты бомбы разбрасываешь? Да. Вот это ты псих. Ну, давай. Так что нам выходить нельзя. Ого! Фонарик. Фонарик, фонарик. Ушел. Ого! Кто там двери клацает? Это я бомбы ставлю. Да нет, тут кто-то двери нам клацает. Какой-то дурачок, что ли? Кто это? У нас двери заедают, Серега. Сейчас починим. Есть. Да кто двери клацает? Что за дурак это делает? Серега, как это? Я починю ща. Может, кто-то невидимо их нажимает? Я их не вижу. Возможно. Возможно и такой вариант, Димас. Да кто это за дурачок делает? Да уходи отсюда! Вот это жестяк! А как его отпугивать? Че, можем ему по башке с вертушки прописать? Так я уже прописывал. А, не получается, Серега, я видел. А что это за двери-то такие у нас, а? Не знаю. Кто-то их жмет, а никого нету рядом. А все, я починил. Это вот кто жмякал. Там плюштрап с правой стороны сидел, вот жопа. Плюштраповая. Вот он сидит там. Нема никого. Странно. Очень странно, какая-то пиццерия глючная. Да, и не говори. Я его луплю. Фокси! Ох ты жлоб!
Очень. Мангл лезет! Давай я будем мочить, где у нас оружие? А ну иди сюда. Спрингтрап там. А ты чё лазишь? Ты же можешь быстро ходить. О, но через стекло мочит их. Не? Не мочит? Нет. Блин, надо говно взять что-то. Чем их убить? Сейчас, сейчас. Я взял лазерную капу. О, открывай, я знал, у меня есть граната классная. На, жлоб. Неправильно кинул немножко гранату. Сейчас тут правильно кину. Сейчас правильно там кину. Там марионетка. На. И еще тут кинем. На! Жесть, он нас двоих убил и убежал. Вот блин, а. Дима, сзади. Да отвали ты от нас. Чем их убить? Хорошо, хорошо, сейчас я отомщу. Так, а ну кто там? Серега, ты где? Да я вот сейчас возражусь, у меня залагало что-то. Бывает. Так, кто тут у нас на сцене стоит? Так, пацаны, я пошутил, я вспомнил, мне кое-куда надо. На тебе! Ух! Ну хоть немножко, наверное, жизни отнял. Или не отнял. Хорошо. Я тебя запомнил. Ай, кто-то ходит там. Серега, я за тебя хотел отомстить, но они так быстро убивают и сразу уходят. Ну. Так, кто там жужжит? Кто жужжит? Гашу, гашу, Серега. Жгу, жгу. Ой. Ого, мощный дробаш, так больно. Да за что я добрый наполовину? Убили и ушли. Хорошо. Добрый, да, говорите? Да чё ты ходишь, как у себя дома здесь? Это было больно, это было больно, да. Наглые какие-то аниматроники, Димас. Я взял админский пистолет, я буду мстить. Я тоже. Да когда он убивает, я в шоке. Так быстро? О, энергия села, Сережка. О, нет. О, да, я вышел на охоту. Нет, Серега, беги, просто беги. Да блин, я ж дернулся, да как так быстро? Еще по голове потоптались. Серега, извини, я видел, кто-то шевелится в коридоре. А ключ-то ты не взял? А мне его не надо брать. Без ключа ж можно. Я успел, Серега, я просто успел. Так, закрываем двери. Все, сидим, немножко отдохнем. Сильно жестко нападают. Присяду, пожалуй. О, давай я тоже посижу. Отлично, мне, сидим. У меня вся спина в крови, варенье. Ого, я думал, ты на спину упал в гомняшки какие-то. Это к деньгам. Здорово, мужик. Ого, два штуки пришли. Нам тут монитор немного подкосили. Ничего страшного, у меня для них сюрприз есть. Сейчас, мужик, я приду. Димас, может взять аннигиляторную... Открывай, открывай мне калитку. На тебе! Я живой, все четко. О, да как? Да как пилпак же вроде не проходит через портал? За моей спиной лучше стой. А что у тебя сейчас будет? О, вот это ты четко взял, мне нравится. Отлично. Димас, посмотри, сколько аниматроников там бежит, трупов. Нифига себе. А как так много? А я не знаю. А что, так можно было? Ой. Ничего страшного, пожертвовали, надо было кем-то жертвовать. Ого, подлагивает. О, мама мия, стой, меня дождись. Карту, за карту надо залететь. Блин, я не успел за карту залететь. А ничего. Вот теперь пиццерия зачищена наполовину. Да, блин, сколько... Ого, видел, как там предметы разлетаются? Это вообще жестко. Да-да-да, это из-за ядерного взрыва самого, по идее. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!